Всем привет, друзья, с вами Михакер, и сегодня мы поиграем с пацанами в Фазмофобию. Тут вышло небольшое такое хэллоуинское обновление. В основном это то, что обновили лобби, оно такое стало более мрачное, с тыквами, с красным небом за окнами. Ну а карты не особо изменились. Изменился немножко перевод разных всяких слов. Еще по мелочи ошибок всяких исправили. Всего это где-то на 50 мегабайт. Ну а я попробую в этот раз поиграть, посидеть за мониторами чисто. Пока пацаны там будут все выполнять, я буду следить. Один из них наденет GoPro на себя, а я буду через мониторы все это палить, давать им какие-то подсказки и все такое. Так что давайте начинать. О, а где третий? О, четвертый, то есть, появился. Так, Давид, бери камеру вот эту. Я родился. Вот на стене, вот на стене. Так, сразу интересно, я включаю. Интересно, тратит места? Вруби ее. О, ема, она яркая. Нормально. Ну, пока ты в свету находишься. Просто свет. Да-да-да. Я могу носить еще три вещи, блядь. Про фулл HD прям. Так, ребят, у нас задание. Определить призрака. Зажечь боговоние. Возле призрака. По-моему, это косяк перевода, да? Наверное, имеется в виду в комнате призрака. Ну, кстати, так, датчик движения. Датчик движения, раньше, да, берите. Возможно. Возможно, раньше был кривой перевод. А, ну и стать свидетелем паранормального явления просто. Так, зовут Бетти Уильямс, но я вам, если что, подскажу. Нужно наедине с ней разговаривать. И фотокамеру еще возьмите кто-нибудь. Я люблю. У меня нет места. А фоткать ее надо? Ну, чтобы денежки получить. Не, ну пофотать можно потом, можно взять ЭДС, например. МП, как мы его теперь ЭДС называем. ЭДС кто-нибудь взял? Все, вижу, Давид взял. Нет, не, это не Давид. А блокнот? У меня термометр. Блокнот взяли? Я взял. Все, да? Все, взял. Я тогда фотик и рация разговаривать с ней, все. Так, все, мы пошли. Давайте. Желаем удачи. Вы только, если что, со мной с этой, через рацию говорите. Да. Да все, мы перешли на рацион. А на какую, на Б говорить? Да, на Б. Все, окей. Так, ну погнали. Давид, по комнатам ходи. И выше смотри, а то ты в пол смотришь. Блин, и, наверное, тебе без фонарика надо ходить, я нихуя не вижу огонек. Я, наверное, когда вижу минусовую температуру, тогда фонарик увлечу. Блин, ну ладно. Сфоткать грязную воду. Миш, там надо сфоткать грязную воду? Нет. Нужно благовоние развеять и датчик движения, чтобы обнаружил призрака. Че, пока нигде минуса нет? Нет. Кость нашел! Кость, сфоткай! Вы что, ребят, вы просто мимо прошли кости. У меня нет фотоаппарата. Ключ видел там, Давид? Подобрал. Если что, у вас еще 2,5 минуты. Давай,
ходим, ходим, светим во все лицом. Может, в смысле, а может быть... Давид, повернись направо, направо, Давид, повернись. Не, не, нет, ничего, давай дальше. Пока ничего не вижу. Я не нашел ни собой. Все комнаты уже прошарил? Да, вроде как. Но она не обязательно должна быть. О, хотя бы маленькая температура, да, вроде как. Давай потом, не сейчас. Не сейчас, давайте. Конечно, ходишь дёрганно, но пока я ауру не замечал в то, что видел. Минута осталась. Вы что там молчите вообще? Пойдем еще раз первый этаж обсмотрим полностью. Да, нашел, нашел. Где-то только что было 4 градуса. Не понял где. Отец был где-то. Где-то было, но не понял. Значит, где-то внизу, по-любому же, да? Наверное, так. Во, вот, походу, нашел. Где-то вот здесь. Выключите свет, выключите свет. Нашел, вот, вот, вот. Миш, что мы видишь? Выключи свет. Вот что, вот видишь? Не вижу ничего. Повернись налево, налево, налево повернись. Налево. Миш! Налево повернись. Все, ноль уже. Ничего не видел. В этой комнате на кухне, да? Да. Ну, блокнот оставьте там. Прям посередине. И проверять ультрафиолетом. О, тихо, тихо. Все, это улика. Улика 5. Что такое? 5 АДС. 5 АДС уже? 5 АДС. Нихера себе. Да. Повызывай ее с помощью... Так, пойдем менять оборудование. Повызывай диктофоном. Как ее зовут еще? Ее зовут Бетти Уильямс. Бетти, Бетти. Бетти Уильямс. Ты вызываешь? Ты чё, Давид? Я хочу как вам поставить... Датчик движения. Да, поставь, кстати. Дримми, ты чё молчишь? Я разговариваю. Не отвечает? Нет, нет, пока ничего. Вопросы по-английски позадавай ей. О, записи, записи. Написал в блокноте. Или записывается. А температура сколько? Или факт? Не минусовая, не минусовая. Не минусовая? Не минусовая, там 3-4 было. Мимо датчика сейчас как ходил... А, это выходит, да. Мигает свет. Здесь свет мигал. Ну она на кухне, чё вы там паритесь?
Мне, призрак обнаружен уже при помощи датчика. Парни, выполнено. Дыми, дай мне радиопередатчик. Вам надо благовоние зажечь в этой комнате. Слышите? Парни. А, вы не взяли, что ли? Да, мы сняли, да, есть нерв. Че, отвечает? Отвечает? Нет, пока ничего не отвечает. А к этому... Опа! Сказала! Да. Что-то был такое. Что-то было. Да, она сказала, был. Ну все, у нас все улики есть. У нас все улики есть, надо только благовоние теперь развеять. Я взял благовоние, если у меня есть. Можем пойти к ней. Гости. Как вовремя светили, посмотрите на этот. На активность. Это они. Кстати. Да. Я, кстати, её имя неправильно называл. Я Биллианс называл. Б, а не В. Идите, благовоние поджигайте. Ну ты так сказал. Это очень качественная рация, я тебе так скажу. Окей. У кого зажигалка? Ты, по-моему, можешь сам зажечь еще этот самый. Сам зажечь благовоние, если как. Мексик, возьми, на фоткой, Мексик, на Б английскую, если что, говори, чтоб я тебя слышал. Возьмите в камеру и сфоткайте его, в ее случае чего. Все, погнали, я фоткаю. Пошлите. Как сейчас, Бетти Вильямс, да? У Давида и у Дрими 52%, у Мексика 60%. Можете успокоить нас, кстати, Харрис? Кстати, это очень много. Это, кстати, очень много. Ну, неплохо, да, неплохо. Давайте, все, идите таблетки туда. Таблетки одноразовые. Так, я ультрафиолетом буду. Благовоние херачьте. И фотайте все улики. Сфотайте блокнот, кстати. Ну, а у меня сколько камер есть? Еще раз, давай, еще попробуй. Поджигай. На F поджигай. Миш, засчиталось? Все, пошло. Да, все, засчиталось. А, все, хорошо, без проблем. Попробую ее позвать, чтобы сфоткать. Не пробуй ее позвать. Благовоние потухло. Призрака. Я ее выбросил, зачем она? Я ее выбросил в этом ящик. Ты что, камеру выбросил? Давид. Я выбросил благовоние. Ты камеру выбросил? Когда? Нет, не был. А, вы поставили другую камеру. Мне пробовать ее позвать, чтобы ее можно было сфоткать в случае чего? Попробуй. Но это может быть опасно. Ну хотя они, по идее, не сильно атакуют. Опа! Сфотали? Это бабка с терпом. Сфотали? Нет. Давай еще раз. Если я сдохну, ваши. А чё это за свечка? Нафига свечка? Нафига тебе свечка? А, не знаю. Капец, вы толпитесь там. О, кстати, вода грязная, сфоткал, да? Я сфоткал, да, сфоткал. У меня одна фотка на нее.
нее. Ну вызывайте. Вызывайте. Она только в одиночку отвечает? Да, кстати, она в одиночку отвечает. Нафиг уходите из комнаты лишние. Только тот, кто с диктофоном, пусть остается. А чё вы? Чё вы свалили? А всё ведь выполнили. А, сфотали её? Её нет. Засали? Ну ладно. Ну, в принципе, нам не обязательно, так что можно поехать. О, не выбирайте. Там чё, ЭДФ, МП, то есть... чё ещё там было? Записи в блокноте и радиоприёмник. Все, выбрал. Все, тоже выбрал. Давид? Я уже давно. Давайте. Ну, поехали. Пацаны, фотку на память. Пацаны, фотку на память. Давай, давай, давай. Все, последнее было. Welcome back. There's some jobs ready for you. Да, Они. Юху. На изи. Чисто на изи.